Всем доброе утро. Проснулись в палатке. Потихонечку собираемся. Палатку там подсушиваем. Девчонки кушают, мама кормит девчонок. Девчонки немножко играют. Да? Мама рассадила, чтоб не играли. Эге. Хозяин уже давным-давно работает, мы еще только завтракаем. Но сегодня вроде стали пораньше. У взрослых сегодня греча со сгущенкой и чай. Да. Вечером забронировали себе квартирку в Обскове со стиралкой, со всеми делами. Надеюсь, нас спустят с великами, а то скажут: ой, ребята, куда такие велосипеды большие. Надеюсь, таких проблем не будет. Вот, а так виды очень красивые. Погода сегодня тоже хорошая. Немножко даже более ветреная и немного чуть более облачная. Ехать, наверное, будет очень приятно. Все, завтракаем, собираемся и выдвигаемся. Держись. Собираемся понемножку. Дети пока рассматривают живность, которая здесь есть. Решетка понравилась. Все понравилось. Гули-гули. Варя, сейчас к тебе прибегут. Мы уже почти загрузились. Осталось немножко и выезжаем. Отъехали от поселка Дегонец в сторону Пскова. Тошка, как обычно, заснула. Вот жена уехала вперед, Варька там у нее капризничает, что совсем не хочет спать. И плачет, не знаю, заснет, не заснет, как укачивать. До Пскова еще 20 км. Нам надо обязательно доехать. Варя может долго бороться и настаивать. Характер у нее сильный. И боюсь, что нас она может легко победить. Ладно, будем надеяться, что все-таки она успокоится. И мы доедем до Пскова. Так, ну вот добрались мы до границы Пскова. Едем туда. Тут очень неприятный участок скоростной трассы. Но не длинный. Я надеюсь, мы его быстро преодолеем. А девчонки спят пока. Въезжаем в Пскова. Пока находимся на окраинах. Асфальт так себе. Но транспорт движется медленно. Нас объезжают. Это в 2 часа планируем прибыть на место. Неприятный участок дороги по трассе довольно быстро преодолели. Он был действительно очень короткий. Дальше весь транспорт уходил на объездную, а мы поедем сейчас через центр. Так короче и через центр. Едем по центральной улице. Очень напоминает наше движение от финляндского вокзала до Витебского. Правда, от финляндского вокзала до Витебского машин было намного больше. Погода была вообще кошмар. Конечно, да, не люблю я ездить по городу, на велосипеде, с ребенком. Люблю я ездить за городом на велосипеде, с ребенком.
Но по-другому нам до жилья до нашего не добраться. В Пскове я уже бывал, правда, один раз и зимой. А вот света не была, не видела Кремль. Заперли меня. Да, собственно, ребенок запер на балконе. Что, не откроешь мне? Откроешь аккуратно и обратно закроешь. Ну давай, давай. Давай, давай, получится? Получится? Аккуратно. 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 Давай, давай, обходи, обходи. Обходи, обходи. Победи. Тошка, картошка. О, какая тошка красивая. Только уже расстегнула тапки, да? Короче, заехали мы в нашу квартирку на сутки. Вот так вот влезли велосипеды на балкон, вообще без проблем. Нас пустили. Вид из окна такой, конечно, заводской. Но ничего страшного. Далековато от центра, но тоже не проблема. Вот. Здесь довольно много места. Кухня. Ребенок за ней делом. Мы уже разложились. Помылись, почистились. Я помылся. Ура! Жена-то помылась. Ты рада? Сейчас пойдем гулять, да, потому что мы не успели никуда. До 6 работает Кремль Псковский. Мы пойдем просто побродим. Найдем площадку. Посмотрите, как удачно велика везли. Прям вообще шикарно. Ничего разбирать не надо. Ну, наверное, денек здесь побудем, а потом, наверное, поедем дальше. Посмотрим, как пойдет. Так, а адрес? Адрес это, как называется, улица Народного ополчения? Нет, это у нас Народного ополчения. Какого-то, улица Ижорского батальона 15, вот, Народное, я путаю, Народное ополчение у нас же есть. Мне кажется, какого-нибудь большого батальона. Да. Большой Жора тоже у нас есть. Спортивные ассоциации. Да, короче, улица Жесткого батальона, дом 15. Вот такое место мы нашли. Все есть. И главное, что с великами пустили, никаких проблем. Вот это самое основное. Лифт ничего. Есть? Да, лифт есть, кстати, грузовой. Никаких проблем. 4-й этаж. Довольно быстро мы поднялись, разместились. Хозяева адекватные. Все, пойдем гулять. Продукты мы уже закупили. Да, прошел дождь, пойдем искать площадку. Девчонки уже все готовы. И мы готовы. Ну, пошли гулять. Пошли. Пока. Ай-яй-яй, не прыгайте сильно. На качельке вдвоем, да? Его толкнули. А он такой стоит. Вань!